много спорил, ну как это так, в эти утробы матери? А Господь, подожди, Николен, ты по закону судишь, большая голова, а я тебе покажу маленький путь веры. Когда в пустыне змеи жалили людей, что там, что помогло? О, точно, это был шаг веры, это не закон был, не дела, а просто вера, нужно было поверить. Верю. Вот дошло до Никодима, дошла, познаешь истину, и истина тебя сделает свободной. Аминь. Дошло до Никодима. Поэтому люди что сделали? Это было Божье откровение. Но люди превратили его во что? В идолов. Они притарабанили ему в храм и поклонялись ему. О, это не Куштан. Но слушайте, это он уже был мертвый. Почему? Он работал, послушайте, только один раз. Аминь. Только один раз. Вы знаете, Гедеон. Вы знаете, ему много раз помогал священнический ефод. Он вопрошал Господа, идти ли мне, а как мне победить этих врагов? Господи, как? Бог говорит, не надо. А у меня меча, и тебе не надо меч. А что? А вот тебе светильник и труба. И затруби. И они вострубили трубою и кричали, меч Господа и Гедеона. И